Заслуженный тренер России по футболу, депутат Государственной Думы Валерий Газаев посетил манеж «Красная звезда», встретился с руководством клуба «Иртыш» и футбольным активом региона. По мнению Газаева, одна из первостепенных задач в развитии омского футбола – возведение современного футбольного стадиона вместимостью 10-12 тысяч зрителей. Этот проект уже есть в планах у областного правительства и мэрии, которые являются учредителями футбольного клуба «Иртыш». Я полностью поддерживаю Буркова Александра Леонидовича, который действительно системно подходит к этому вопросу. Что такое системно? Для того, чтобы сегодня вы играли в премьер-лиге или в первом дивизионе, для этого должен быть свой стадион. Для этого должна быть и кадровая политика, правильно выстроенная. Значит, потому что за Иртыш, Омск, должны играть все-таки больше представителей местного футбола. То есть те, кто воспитывался и воспитывается сегодня в детских спортивных школах. Поэтому я полностью поддерживаю. И он очень хочет действительно выстроить хорошую инфраструктуру. Затем Валерий Газаев пообщался с омскими тренерами по футболу. Он рассказал об интересных фактах из своей карьеры. По его словам, всегда важно работать по максимуму и ставить высокие цели. Назвал главное качество, которым должен обладать хороший тренер. Фанатизм. Вот фанатизм действительно делает многое. Поэтому в любом виде спорта и в любой деятельности, если человек фанатично предан этому виду спорта, он добивается больших успехов. Валерий Газаев предложил смелее внедрять новые методики и активнее развивать индивидуальные качества юных футболистов. Эти идеи нашли отклик у омских тренеров. С приездом Валерия Георгиевича надеюсь, что у нас действительно изменится отношение к футболу в лучшую сторону, что у нас будет новый стадион, что миссия Валерия Георгиевича, которую он осуществляет по России, она действительно очень важна и необходима. После общения с тренерами Валерий Газаев понаблюдал за соревнованиями юных футболистов и принял участие в награждении команд. Известный тренер вручил спортсменам мячи и сувениры, а затем провел автограф-сессию.